Альбатрос Аквапарк Шарм – это роскошный пятизвездочный отель, который стал популярным благодаря своему высокому уровню сервиса и чудесному аквапарку, в котором есть множество уникальных горок, бассейнов, водных аттракционов как для взрослых, так и для детей. Отель расположен на второй береговой линии от моря в районе Хадаба, в 19 километрах от международного аэропорта города Шарм-эль-Шейх. Отель новый был открыт в 2017 году. Состоит из двухэтажных зданий. Рядом стоящий отель Albatross Aqua Blue Resort 4 звезды. В шаговой доступности от отеля находится развлекательный комплекс Isle Lele Valeyla 1001 ночь, торговый променад Эль Мерката со множеством ресторанов, баров, кальянных и дискотека Тадж Махал. У отеля есть два главных ресторана. Один работает на завтрак, обед и ужин, это ресторан Сопрано. Другой работает только на ужин, это ресторан восточной кухни Миллениум. Оба ресторана работают по системе питания «Шведский стол». Также у отеля есть один а-ля-карт ресторан «Таджин» марокканской кухни. Посещение этого ресторана один раз бесплатно по предварительной резервации. Сейчас вы его как раз видите. Интерьер этого ресторана вызывает восторг. Это то место, где изысканная еда гармонирует с уникальным декором. Система All Inclusive, все включено, действует с 10 до 0 часов. Она предлагает широкий выбор напитков местного производства, включая алкогольные и безалкогольные напитки, соки, пиво, коктейли, кофе, чай и вино в бокалах. Крепкие спиртные напитки сервируются с 10 до 0 часов, в остальное время суток – платно. В отеле есть два фудкорта – Club Mag и Sky, которые работают с 12.30 до 17 часов. Там есть пицца, сэндвичи, паста и мороженое. Это вы видите арену, где проходит шоу «Тысяча и одна ночь». Также в отеле есть 8 баров. Лобби-бар работает 24 часа. После 12 часов ночи в нем доступны только безалкогольные напитки. Есть кальянная, где можно пообщаться и насладиться разнообразными ароматами кальяна. Wi-Fi работает на всей территории отеля, включая номера, и он бесплатный. Подключиться к нему можно, введя номер комнаты и свою фамилию. Среди спортивных развлечений в отеле есть водное поло, водная гимнастика, аэробика, дартс, пляжный волейбол, настольный теннис, теннисный корт, освещение за дополнительную плату, мини-гольф, тренажерный зал. Находится он на территории спа-центра. За дополнительную плату есть дайвинг-центр, верховая езда на верблюдах и лошадях, электронные игры и дискотека. И также можно посетить спа-центр. Джакузи, сауна, турецкий марокканский хамам, все процедуры за телом и лицом в нем платны. Гостиничный комплекс Albatross Аквапарк располагает 236 номерами двух категорий – стандарт и семейные номера, которые мы с вами и посмотрим. Сейчас вы видите номер стандарт. Это однокомнатный номер с видом на территорию отеля или бассейн. В номерах предоставляется двухспальная кровать и одна односпальная. Площадь таких номеров составляет 45 квадратных метров. Максимальное количество гостей в номере 2 плюс 1. В номерах есть балкон или терраса, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и кофе, ванная комната с душем и фен. Мини-бар пополняется ежедневно минеральной водой и безалкогольными напитками. Детская кроватка предоставляется в номер по запросу бесплатно. Сейчас вы видите семейный номер. Это однокомнатный номер, в котором спальные зоны для взрослых и детей разделены раздвижной дверью. Есть номера с двухъярусной кроватью в детской зоне. Площадь номеров составляет 55 квадратных метров. Максимальное размещение 2 плюс 2. Наполнение этих номеров аналогично стандартным номерам. Есть номера для людей с ограниченными возможностями. В отеле есть дневная и вечерняя анимация. Каждый вечер проходят две анимации. Одна возле бассейна, другая шоу «Тысяча и одна ночь». Есть детский клуб с детской площадкой для детей от 4 до 12 лет, где предлагаются ежедневные детские развлекательные мероприятия под наблюдением обученного персонала. Аквапарк здесь один из самых новых на курорте Шарм-эль-Шейх. Он располагается на огромной территории. Территория аквапарка спроектирована так, чтобы придать гостям ощущение свободы и возможность испытать полное расслабление.
Работает он с 10 до 17 часов. Водных горок 9 для взрослых, 35 для детей и 76 аттракционов. Гости отеля могут также посещать аквапарк, рестораны и бары отеля Albatross Aquaview Resort 4 звезды. В отеле есть 24 бассейна, 4 из которых с подогревом в зимний период. Есть 10 бассейнов для взрослых, 7 обычных бассейнов, плюс 3 бассейна с водными горками и 14 детских бассейнов, 4 обычных бассейна, плюс 10 бассейнов с водными горками. Отель располагает собственным песчаным пляжем с пологим входом. Пляж полностью оборудован. Рядом есть коралловый пляж. На пляж от отеля ездит шаттл-бас каждые 30 минут с 7 утра до 5 вечера. На пляже есть бары и фудкорт, пицца, сэндвичи и паста. Шезлонги и зонты доступны как возле бассейна, так и на пляже. Пляжные полотенца предоставляются на территории отеля. На пляже пункта выдачи нет. В отеле Albatross Aquapark работает круглосуточная стойка регистрации, гостевой сервис, обслуживание в номерах. Есть услуги прачечной и химчистки, камера хранения багажа, факс и ксерокс, банкомат, услуги такси и сувенирный магазин. Можно воспользоваться услугами консьержа. Отель подходит для семейного, а также активного молодежного отдыха. Спасибо вам за внимание и до встреч в новых видео.